давайте по 5 минут тайма. У нас, по сути, у нас просто тупо зоны разные. Да, да, да. Вот я знал, что мы ни в одной зоне, это точно. О. Я спросил, как бы, говорю. Эти зоны потом, короче, играются в стыке. За вышку, да. У нас 4 зоны. Вот в какой-то зоне, как я помню, я... Это зачерпни. Вань, дальше. Что сказать? Лёх, попробуй, Лёх. Итак, идет у нас заключительный матч второго официального чемпионата Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд в конференции А. Во втором ее дивизионе играют сейчас Комус и ВТБ Страхование. Ну, мы уже говорили еще даже до начала этого матча, что команды уже определились с теми местами, которые они заняли по ходу сезона. Так что товарищеская, по сути, встреча. Комус на втором месте. ВТБ на третьем, уже ничто это положение не поменяет. Но единственное, нужно, наверное, вспомнить, как команды у нас сыграли в первом поединке между собой. И тогда мы сможем определить, жаждет ли кто-то из них реванш. Ну, давайте смотреть. Счет-то был 2-1, кстати, в пользу ВТБ Страхования. И поэтому наверняка Комус на реванш сейчас должен быть заряжен. Короче, есть все для этого основания. Давайте смотреть. Наверняка увидим хорошую товарищескую встречу с элементами борьбы и интриги. Ну, конечно, будем надеяться на забитые мячи. Да, в общем, надо поставить его. Ну да. Да. Нападение, нападение. Кого еще ставить? Ну и нефти надо поставить. Хорош, Ва! Конечно. Сядь, 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 садись. Сади, вот. Не знаю, я бы, может, банк не стал ставить.
штангу мяч попадает. Ну вот, первый по-настоящему опасный момент за 4,5 минуты. Уже неплохо для матча, который в турнирном смысле ничего не решает. Активность на поле есть, значит, будут и мячи. Ладно, убедил, поставь пока его, дальше посмотрим. Там этот? Из МСП там нападающий. Ну, надо этот, забить. Воробей. Так, блин. Голова Ну, конечно, за такое пенальти не назначают, но как опасный момент тоже должны отметить. 3,5 минуты есть до перерыва, и бросается в глаза, конечно, количество нарушений ВТБ-страхования. 3 фола за такой небольшой промежуток времени, это, конечно, много. Мы перешвели, здорово выскочил из-за спины. Удар, вратарь справился. Штанга, еще одна штанга в 100%, казалось бы, моменте. Но вот, да, чем дальше идет этот матч, тем мы видим и подтверждаем преимущество Комуса. Да, все-таки сначала был свисток, потом уже удар, игра остановлена. 4-й фол у ВТБ страхования.
Все, первый тайм окончен. 0-0. Второй тайм не заставил себя долго ждать, но так же, как и очередная ошибка Кумаса при реализации моментов. Очень много они мажут, казалось бы, из 100% ситуаций, но игра уже ничего не значит с турнирной точки зрения. И ситуация не критичная во всем остальном, так что некоторые объяснения такой ситуации есть. Заброс вторым этажом вперед. ВДБ. Достаточно спокойный мяч катают. Комус, ну целый Китай пространства перед игроком. ВДВ тяжело пойти в атаку, тем более с приставкой контр. Ну, главное не набирать больше фолов, то совсем все станет неудачно. Перешвили. Еще один момент у него был. Удар. Снова вратарь. Выход втроем против одного защитника. Но здесь-то уж точно нет права на ошибку. Да, наконец-то забили. 1-0. Забил 10.
Снова удар. Три минуты 40 секунд до конца. Нарушение. Ну, пришло время и Комусу свалить. 1-4 таким образом по фолам. Еще одна классная стенка Комуса, но без гола. Мепришвили будет аут вводить, как всегда, без лишней суеты. Полторы минуты до конца. Мяч мог срезаться и в ворота. Счет, но пятое нарушение правил у ВТБ страхования. Пятьдесят две секунды до конца, чистые секунды. Перехват Комусов вдвоем против одного, нет, уже двух защитников. Да, гол. 2-0. Совсем-совсем немного осталось доиграть.
Попытка забросить и сыграть через второй этаж. Все, время только на удар может хватить, но нет. 2-0, конец.